Всем привет, друзья! Вот и настало время сравнить хорошее с лучшим. Ну или наоборот. Так что ж нам может нового предложить модель с якобы более младшим названием 845? В этом видео я прежде всего сравню производительность двух импактов с глухарями разного размера, побольше и поменьше. Начнем с крупного, и оба шурика на поверстаках, и оба на максимальной скорости. Видео не передает интересного момента. 845 как будто бы более бодро начинает, но на максимальном моменте примерно равен 850-му. Результат – полный паритет. А вот с нагревом у 845-го похуже. Он заметно горячее. Вы видите результат после трех закрученных глухарей каждым шуруповертом. А вот с шурупами поменьше мы видим смысл, который был вложен в создание 845-й модели. Он быстрее, ощутимо быстрее на средних нагрузках. Внутри он также отличается очень сильно. Какой предпочтете лично вы, пишите в комментариях.